Свадьба – дело хлопотное, поэтому важно подойти к ее организации очень щепетильно. Илина и Тимур – жених и невеста. Торжество наметили на лето, но уже в марте пришли на специализированную выставку, на которой можно познакомиться с последними свадебными тенденциями. Придя сюда, мы нашли сразу все те ответы, которые мы ставили, на те вопросы, которые мы ставили перед собой в организации этой свадьбы, которую мы планируем сыграть. Советую многим парам, которые планируют какие-либо мероприятия, неважно, это никак, это свадьба, приходить на такие выставки, где можно непосредственно с компаниями, которые предоставляют различные услуги по организации мероприятий, обговорить все вопросы на месте. В 2018 году модно оформлять торжество в нежно-постельных оттенках – розовым, голубом, персиковым, светло-желтым, сиреневым. Не хотите нежности? Тогда присмотрите к сочному темному синему. Этот цвет очень моден. А вот в свадебной одежде перемен не случилось. Все так же платье невесты должно быть белым. В моде остается выездная регистрация, а вот самый горячий тренд – жениться за границей. Наша цель была, чтобы свадебный бизнес шагнул как-то так на ногу вперед, да? Люди очень ограничены, к сожалению, в обычной жизни общением именно профессионалы друг с другом, будущие молодожены со свадебными организаторами, декораторами встречаются достаточно редко в такой независимой атмосфере, да, где ты можешь сделать выбор, посмотреть и оценить рынок. Изменения медленно, но верно претерпевают давние свадебные традиции. Если раньше невеста непременно кидала букет, то сейчас можно просто подарить его любой гости по своему желанию. Ведущий все еще желателен, но продвинутые пары уже устраивают в свадебном пространстве небольшие зоны по интересам гостей. Это могут быть столы для пинг-понга, видеоигры, квесты. В декоре помещения никаких шаров и плакатов, только цветы и лучше живые. А мы желаем Тимуру и Илине веселой и, главное, запоминающейся свадьбы.